Мы сегодня приехали с друзьями кататься на северный склон на ватрухах. О, я же несколько раз спустился, вроде с виду кажется детская горочка, а на самом деле жесть. О, кошмар. У нас мороз, 19 градусов, представляете? Жесть просто. Но когда катаешься, на самом деле, очень тепло. Разогреваешься. Мы взяли горку без подъемника, а пешком ходим наверх. Вот. А на подъемнике вон люди поднимаются. Вон за мной. Видите, эти двигаются такие. Вот. А мы пешочком ходим. И съезжаем. В общем, уже жарко даже стало. В двух штанах, в двух кофтах, в шапках. С помпончиками не даже, смотрите, шапка замерзла. От того, что тепло. О, смотрите. А шапка уже все замерзла. В общем, вот так. Ну, как съезжаю, снимать не могу. Покажу просто, как меня со стороны сняли, как я съезжаю. Потому что надо держаться, скорость бешеная. Зачем? Одной рукой держи, ставит. Да? Я боюсь, она развернет и все, и телефон улетит, и я с ватрушкой. Она снимает? Ну это Ира, я не могу так. Но она и на подъемнике ездит, извини меня. А что? А так вот здесь такие, видите, ступенечки, как сделаны такие, снега. Вот мы поднимаемся. Парковка здесь бесплатная, машину поставить. Ну, с подъемником час с арендой ватрушки стоит 900 рублей. Мы взяли за 500 рублей с арендой ватрушки без подъемника. Вот. Ходим пешочком. Ходим пешочком, растряхиваем новогодние салатики. Тортики. Вот. Сейчас поднимемся, покажу вам, какой здесь вид. Так. Вот, смотрите. Красота вообще, горы, лес сосновый. Там на лыжах, на сноубордах катаются. Каток вот здесь, вот видите, спереди. Ну мы когда пришли, нам показалось, что детская горка какая-то. Но когда первый раз скатились, ребята, это просто жесть. Не жесть. Жесть. Не жесть. Для меня жесть. Где Ира-то потеряли? Внизу. А внизу? Сейчас будет поднимать. Какая красота. Ребята, наелись блинчиков. Уже ходить пешком в горку. Сил нет, поэтому мы едем на подъем наверх. В следующем видео покажу другой вид. Это другой вид. Поднимаемся на самую высоту. Только там при спуске есть такая-то, при подъеме горка сильная, как в яму плюхаешься. Но мягко так, но все равно очень высоко поднимает. Прикольно. Ля-ля-ля. Жу-жу-жу. Шапка все больше и больше покрывается белым налетом, непонятно. Ну, от тепла, наверное. На улице уже значительно темнеет. Мы все еще на горнолыжном курорте. Вот. Осталось у нас по времени еще немножко, где-то полчаса или минут 40, где-то так, короче. Вот и все. Ну, покатим домой отдыхать, а завтра на работу. Сейчас вам покажу еще, как здесь все подсвечивается. Красиво.
И вот он, блогер наш, приехал.